Девочки, здравствуйте! Сегодня у меня посылочки. Наконец-то у меня появилось время, чтобы заснять. Вот вчера получила вечером, немножечко распаковала, посмотрела. Здесь гель-лаки от Вины Лизы и Кани, по-моему, я выписывала. Сейчас мы все посмотрим. Такие посылочки пришли. Я много сейчас не выписываю, потому что у меня и так хватает уже. Я уже так чуть-чуть, которых у меня цветов нету, докупаю. Сейчас мы посмотрим. Так. Так, вот это да. Винолиза. Угу. Запаковано хорошо. Такие цвета пришли. Что-то я сейчас на бордовый мне потянула. Такой цвет красный, бордовый. Я сейчас как-то много такого выписываю, и мне очень нравится. Ноготь вот этот вот у меня обломился. Я его задела, и мне пришлось его спилить. И теперь вот я хочу эти ноготочки снять. Ему тоже две недели, третья неделя пошла. Я их чуть-чуть подпилила, потому что слишком длинные, и невозможно ничего делать. Я тут дома уборку делала, и немножечко ноготок у меня, видите, подломился, пришлось. Ну, дизайн не делала, так как хочу новыми лаками попробовать. Вот, давайте посмотрим. Так, что это? Ой, они такие тугие. Так, цвет это какой? Тут что-то так темно написано. 959, что ли? Нигде больше, да. Да, 9... Нет, подождите. Уж я фалиш говорю неправильно. Вот такой красивый цвет бордовый. Он с шиммером, с небольшим. Очень красивый. У меня есть только они однотонные от Вины Лизы. Это вот именно с шиммером, с такими микроблесточками. Вот этот. Какой номер? Подождите, правильно я говорю номера? Да, 959, а этот 954. Посветлее чуть тон. Тоже мелкий шиммер, микроблесточки. Так, не доходила я, значит, до Рождества с этим лаком. Ну, ничего страшного, все равно праздничный маникюрчик, походила немножечко. Ой, смотрите, я его открыть не могу. У меня еще руки скользкие, я кремом намазала. Так, этот, сказала, номер 953. Тоже такой, они похожи между собой, но этот цвет немножечко больше, как кирпичный, наверное, что ли. Не знаю, как у вас камера передает. Такой какой-то темный кирпич. Красивый. Кисточка немножко неровная. Тут торчит на конце, видите? Если вам видно волосок, надо ее немножечко подровнять. В общем, лаки очень красивые. По качеству я не знаю, как. Я вот их еще не пробовала. Не могу сказать. Но говорят, что хороший. 953 номер. Я пробовала большой, из большого флакона. Ну, вот сейчас еще там заказала, по-моему, мне вот большой вот этот пришел. Я еще, по-моему, я такой темно-синий тоже с шиммером заказала. Не помню уже, что заказывала. 956. Так туго закручено. Но с одной стороны, хорошо, что они не это. Тоже такой красный, с таким мелким тоже с шиммером. Но я сейчас в основном с эффектами заказываю гель-лаки, потому что мне уже однотонных хватает всяких. У меня уже такое количество большое лаков, что я их уже не знаю, куда складывать. Но для обзора все равно надо. 946 номер. Вот. Бутылечкам, по-моему, не соответствует. Да, видите, соответствует цвет. Камера все равно такой цвет не передает. Он как-то больше у вас оранжевый, да, смотрится. И у меня ногти тоже. А на самом деле он такой малиново-красный. А эти тоже как такой бордовенький. Хорошие лачки такие.
мне руки жирные все. Так, дальше у нас получается, что... Подождите, что здесь? А, здесь Каня. Я вместе заказывала с одной. Тут Винолиза и Каня. Сейчас я быстренько распакую. Ой, как-то сильно запаковано все. Еще не откроешь. Угу. Кани запаковали. Так, это Кани идут. Тоже с микрошиммером, с таким, с мелким. С блесточками. Так, это какой номер у нас? 190. Это Кани. Еще раз повторюсь. Так. Смотрите, какой красивый цвет. Такое ощущение, что они с одной бутылки все наливают. Ну, я имею в виду, да. Как бы текстура лака одинаковая. Он тоже красивый какой. Он красный с микроблёстками, с мелкими. Полные бутылечки прямо чувствуются. Хороший лак. Ткани я, по-моему, пробовала уже какой-то, не помню. У меня тоже есть. Так, этот номер. Тут что-то. Да. Какой номер здесь? Что-то непонятно. С микроблюсками тоже. Что заклеено, ничего не понятно. Какой номер? Тоже красивый такой, темно-темно-синий. Я не знаю, как в камере, фиолетовый, наверное. И тоже микроблесточки такие мелкие-мелкие. Красивый лак. Я вот сейчас даже не знаю, какой мне цвет сделать. Хочу бордовый, что-то из этих, из новых лаков. Так, а теперь у нас что здесь? А, я топ выписала. Топ. Вот Каня я выписала, Винолиза топ. У меня есть, но там кисточка была немножко плохая. Так, это что у нас? Ах, это топ, это база. Наоборот, топ у меня есть, я базу выписала. Извините, перепутала. Топ есть, да, это база. Хорошая база, густая. Тоже я еще не пробовала, и у нее не было. Видите, какая. Классно. Хвалят вроде как, не знаю. Я так думаю, что хорошая. А это Кани база. О, это гуще даже. Бутылочки цветом одинаковые. Абсолютно. Видите, какая густая. Но она... У меня кошечки тут бегают. Один котеночек остался от Сони. Остальных всех мы отдали. И вот один остался. Может быть, кто-нибудь к Рождеству заберет в подарок его. Конечно, животных нежелательно в подарок. Лучше так. Многие для детей берут. Но это тоже неправильно. Если вы животного берете, да... Вы для себя берете, потому что это вам ухаживать. Ребенок так поигрался, и все, а остальное все на вас. Так, девочки, здесь 7,3 мл. Бутылочки полные, прямо видно. Здесь тоже, а здесь 7,5. Так, вот в этих вот Винолиза 7,5. А в Кани 7,3. Да, 7,3 вот написано. 7,3. А в базе в Кани 7,3. А в Винолизе 7,5. Видите, по-разному. Но они недорогие. Абсолютно бюджетные. Лаки хорошие.
Вот. Так что давайте последний пакетик откроем, посмотрим. Я что-то решила, что у меня должны быть все такие лаки. Мне захотелось. И вот это мне очень нравится. Винолиза вот из этой серии. Не могу открыть. Так. Все липнет. Подождите. Минуточку. Что такое? Вот из этой серии. Так, какой номер? 1086. Он такой, по-моему, тоже темный какой-то должен быть. Ага, да, вот такой вот темно-темно-фиолет, по-моему, или синий. Что-то такое. Не знаю, камера какой цвет передает. Ой, все, я разлила, по-моему, немножко из бутылочки. Красивый лак. Очень красивый. Тоже микрошиммер такой. Блесточки. Мелкие-мелкие. У меня тоже есть наподобие, но другой совсем. Их много оттенков. Такого у меня не было еще. Хороший лак. Вот. Такая вот бутылочка. Тоже они. Но этот подороже. Здесь уже 12 мл идет. Вот. Сушится в лампе и LED-лампе. В той можно сушить. Также и здесь, в этих лаках. Так что, девочки, вот так вот. Такие посылки. Потом вот такая мне посылочка пришла. Пришел фонарик. Сейчас покажу сразу. Не знаю, что я, какую фирму я заказывала. Но я ссылочки оставлю все под видео. Такой фонарик. Я еще его не пробовала. Даже батарейку сюда надо вставить. Только открыла, посмотрела. Потому что все равно любопытно, что тут тебе приходит, да? Видите, какой. Тут батарейки надо, я не знаю, даже здесь вот, наверное. Тут их нет, конечно. Так, ну-ка, что у нас? Да, вот здесь вот. А, кругленькая батареечка. Так, а у меня есть, я вставлю. Ну-ка, тут что-то. А, нет, длинненькие. Две. Ошиблась я, извините. Видите, вот так вставляются. Наверное, две или одна. Две, по-моему, да. В общем, вот такой фонарик. Попробуем. Потому что, знаете, я вот поехала в отпуск, да мало ли что с ногтем случилось. Взяли всегда этот фонаричек с собой, да. И лак там. И раз ноготь, допустим, подрепарировали, ну, сделали. Он такой, тут как такая силиконовая штучка. Очень легкий-легкий. Но если батарейки будут, конечно, он будет потяжелее. А вообще классный. Такой штучки. Хороший фонаричек. Я долго думала, нужен он мне, не нужен. Конечно, нужен. Качество хорошее. Там они разных цветов. Хороший фонарик. Попробуем потом, как он в работе. Я вот не помню, сколько он ватт. По-моему, 6 ватт, что ли. Точно не помню. Не могу даже сказать. Я посмотрю, ссылочку тоже оставлю. Так, что мне тут еще пришло? А, девочки, мне еще пришли тоже вот такие вот кирочки. Я же, конечно, все открыла, я же не могу удержаться. Мне же надо посмотреть две. Две, по-моему, да? Борнкрити. Да, две, все. Такие вот. Не рассыпать. А, это не даже не втирочка, как хлопья юки. Видите, какие? Тоже попробуем, потом протестируем. В следующем видео. Классненькие. Вот. Так, мои кошечки тут табуном скачут. Так, как бы закрыть бы. Так, и вот это вот что такое? А, вот это вот такие вот, знаете, как бриллиантики. Так, там, видите, не было. Вот здесь есть. Так, как бы мне ее снять? Ой, продавила пальцем.
Я ее сейчас не сниму. Мне надо такую штучку. Так, минуточку сейчас. Ну все, взяла я пинцетик. Вот так. Ой, сейчас мне тут все высыпется. Ну, вот такие вот. Как бриллиантики. Голографические. Очень красивые. Он прийти, да. Так вот. Все, попробуем. Так, девочки, что у тебя тут еще пришло? А, выписала я еще такую штучку. Вот пришла мне. Я хочу ее попробовать. Вот это такая вот, как насадочка для фрезера. Номер, по-моему, я шестерку выписала. Точно не помню. По-моему, шестерку. Такая вот. Видите, какая. Посмотрю точно номер, оставлю ссылочку. С красной надсечечкой. И мелкая здесь это такая, как сказать, гравировочка. Посмотрим, попробуем. Вот у меня керамическая. У меня еще ни разу не было. Я хочу попробовать, посмотреть, как она в работе, как она снимает эти ноготочки. Я с ней попробую. Так, что мне еще все, да? Так, все, девочки, на этом все. Посылочки мои закончились сегодня. Вот. До новых встреч. Со всеми прощаюсь. Следующее видео выйдет. Мы попробуем вот это, протестируем все. С фрезой. Ноготочки буду снимать. Новый дизайн буду делать. Все это засниму, покажу вам. Это, в принципе, у меня третью неделю я ношу. Но я их подпилила. Мне длина сильно мешала. Потому что сейчас перед праздниками надо было все делать, убираться. В общем, всякие заготовочки делать. Я немножечко свои ноготочки подпортила. Потому что я перчатки не одеваю, не люблю. Вот. И вот этот ноготь у меня так вот беда случилась. И пришлось мне его это убрать. И... сейчас пока, видите, не покрываю, потому что хочу новыми лаками сделать. Ну, в общем, девочки, всем пока. До скорой встречи. Всех с наступающим праздником, Новым годом, Рождеством. И всем пока-пока.